Я также хотел бы вас уверить, что и мы права человека не рассматриваем в отдельности, в том числе и от экономических вопросов. И, конечно же, мы считаем, что подвижки в этой области будут непосредственным образом связаны, например, с иностранными инвестициями и с взаимодействием в торгово-экономической сфере. Господин президент, позвольте поблагодарить вас за возможность встретиться с вами и заверить, что я приехал для того, чтобы мы совместно сегодня могли воспользоваться окном возможностей и приумножить тот эффект, который сегодня уже сложился в наших отношениях.